Награждали представители 4-й власти и в Саратовской областной думе. По традиции там подвели итоги конкурса среди средств массовой информации региона. Победителей определяли в нескольких номинациях. Ценные призы и благодарственные письма областного парламента получили сотрудники региональных изданий, информационных агентств и телеканалов. В одной из номинаций отметили коллектив телеканала РЕН-ТВ «Саратов». Депутаты областной думы поздравили всех журналистов и пожелали творческих успехов в новом году. Конечно, мне хочется пожелать, чтобы 2015 год для всех, для нас был, несмотря ни на какие, порой очень мрачные прогнозы, был не менее успешным, чем 2014 год. Чрезвычайно важно, чтобы дома у всех в семьях было все самым лучшим образом складывалось.